Конечно, куда же вы его? Мы привезли показать вам те новинки, которые вышли в компании осенью этого года, для того, чтобы познакомить с ними, ответить на вопросы, которые у вас возникали за это время, и рассказать несколько о нововведениях, которые произошли в компании. Сейчас очень часто задаются вопросы о одном таком бренде компании, компании Проф, что с ней происходит, как будет. Для того, чтобы ответить на это, я решил уделить некоторое время конкретно, чтобы ответить на этот вопрос. Как вы знаете, компания ТТС состояла из пяти основных компаний. Компания Пистола, которая является главной компанией этой компании, корпорации ТТС. Это старейшая компания, которая на рынке уже больше 100 лет, производство ручного инструмента. Основное направление — деревообработка. Вторая компания была компания Протул. Это направление строительства, деревянное домостроение, больше отделка поверхностей. Третья компания — это компания Клинтек, которая выпускает пылеудаляющие аппараты все. Четвертая компания — это компания Танос, которая выпускает все системы, ящики для хранения, средства для хранения вот такого вида, пластиковые чемоданы, о которых мы говорим. Пятая компания — это компания Schneider Group. То есть это компания, которая занимается пневматическим инструментом, вся пневматика. Шуруповерты, гиковерты, перфораторы, угловые шпиманшутки отрезные, системы подводки воздуха, компрессора, все вот это занимается эта компания. Это пять основных компаний. Есть еще дополнительные подразделения, достаточно большие, больше 12 подразделений, все, что входит в эту компанию. И в начале 2000-х годов компания ТТС была приобретена несколько заводов на территории Чехии. И вместе с этими заводами была приобретена линейка бытового инструмента. Было решено эту линейку бытового инструмента продолжать, и в эту линейку бытового инструмента было введено определенные инструменты из компании «Пистол», что был раньше выпускался компанией. И направление основное было заточено именно на строительство. И эта компания стала называться «Проф». По своему качеству, по своим техническим характеристикам этот инструмент до инструмента премиум-класса не дотягивает. То есть он был совершенно другого направления. И поэтому назвать его «Пистолом» было невозможно, чтобы шильник на нем стоял. В течение последних 4 лет, если вы заметили, могли заметить, то компания «Ротл» получила очень большое развитие. И чисто финансовые вложения были в нее сделаны достаточно большие. Инструмент претерпел как техническое изменение, так и экономическое изменение. То есть он поднялся и вытянулся до инструмента премиум-класса. И в настоящий момент стало целесообразным инструмент премиум-класса ввести под одну торговую марку. Торговую марку «Пистол». Потому что эта торговая марка, она известна, она имеет имя 100-летнее уже. Она имеет свои определенные обязательства как перед клиентом. То есть выпуская определенный инструмент определенного качества, так и перед самим собой. Ну, сами перед собой. То есть ниже какого-то уровня она не опускается никак. Кроме того, чисто из экономических соображений, одну торговую марку содержать проще. И, во-вторых, выводить на определенные рынки, на которых, например, она существует. Например, американский рынок, да? На нем торговая марка «Пистол» существует, а торговая марка «Протул» нет. Нет, элементарно. И это приводит к тому, что, чтобы завести на этот рынок торговую личную марку, то это нужны огромные средства. А тут объединение двух торговых марок привело к тому, что в линейке компании появился инструмент, который был раньше торговой маркой «Протул», но это новинка. Это действительно новинки для этой торговой марки или возвращение на круги своя, получение определенного развития. Например, зачистные фрезера у «Пистола» были всегда, например, со 750-х. Прародитель всех зачистных фрезеров, например, «Протулов». Плотницкий инструмент, пила 132-я, пила «Претин», это тоже инструмент «Пистола».
перемешиватели. До сих пор у Пескова были перемешки. Один просто линейка этих перемешивателей разрослась и получила определенное развитие. Так что все, что лучше до 70-75% было объединено в одну торговую марку. И в дальнейшем будет развиваться под эту торговую марку. Естественно, все обязательства перед клиентами, которые имели инструмент продукта, до сих пор его имеют, им пользуются компанией, были соблюдены. Торговая марка остается за самой компанией ДТС, то есть она будет принадлежать ей. И что будет дальше, это будет чем взять, собственно, понятно. Пока это все будет, то есть, не в настоящий момент. Все гарантийные обязательства по инструменту, они будут продолжены. То есть в течение 10 лет вы можете получить любую запчасть на свой инструмент и отремонтировать его в сервис в нашей компании. Еще добавлю, потому что весь сервис пакет «Глюзев», который готов, он все так и остался. То есть инструмент зарегистрирован на нашем сайте, и то, что готов ушел, все остается в силе. А зарегистрировать еще можно? Да, сайт работает, на нем останутся ссылки для онлайн-регистрации. Сервис «Антрюзи» для вас достаточно известный, наверное, это новинка, которая вышла весной этого года, да? То есть, что в него входит? 3 года гарантии, защита от кражи. То есть, вы обращаетесь в результате, если у вас украден инструмент, обращаетесь в полицию, полицию, получаете документ, заявление ваше фиксируется, вы приходите с этим заявлением к дилеру, которого покупали, и за 4000 рублей приобретаете, вам возвращает тот инструмент, который у вас был украден. 4000 рублей – это определенная франшиза, которая уплачивается в этом случае. Третье – это 15-дневный срок возвращения любого инструмента, который вы приобрели. Если вы приобретаете инструмент, например, ну, возьмем, рассмотрим аккумулятор, или, например, 55-ю пилу. Вы купили 55-ю пилу, попробовали ей попилить, поняли, что для вашего материала мощности недостаточно 55-й пилы, и хотели бы взять 75-ю. В течение 2-недельного срока вы можете поменять этот инструмент на 75-ю пилу. Ну, естественно, с доплатой. При условии умеренной эксплуатации. Да, и это не значит, что вы принесете замордованную пилу и вам ее поменяют. Это, естественно, если вы попробовали и поняли, что нет, но пила имеет нормальный товарный вид, то, пожалуйста, вам ее поменяют. И 10-летняя гарантия хранения запчастей на все инструменты, которые вы приобрели. То есть в течение 10 лет любая запчасть на любой инструмент, который вам был приобретен, она будет сохраняться на складе, и вы будете иметь возможность ее приобрести. Если по каким-то причинам вы не получите эту запчасть, то вам предложат новый инструмент той же характеристики, который выполняет те же функции, что и ваш инструмент. Вот такой вот сервис мы предлагаем с весны этого года. Я думаю, что этот сервис будет развиваться и дальше, и иметь. Товары, купленные в этом году или до этого тоже? В течение 3 лет. Нет, то есть до этого. До этого 3 года отматываем, сервис вступил во время месяца 2013, то есть 2010 года инструмент, который зарегистрирован, попадает в программу. Эта программа имеет одно обязательное условие, то есть вы должны на нее зарегистрироваться. Если вы не зарегистрированы, значит вы участие в этой программе не принято.